В области насчитывается более 225 тысяч молодых людей. Немалая часть из них принимает активное участие в общественной жизни региона. Имеется порядка 150 молодежных организаций. Активисты работают по разным направлениям. К примеру, молодежная организация «Жастар Рухы» объединяет более 5000 молодых патриотов региона. Активисты принимают участие в различных экологических мероприятиях, проводят акции против вандализма, борются с коррупцией. В целях борьбы с распространением наркомании реализуется проект «Есерткиге Жолжок». На сегодняшний день в 17 районах и 3 городах области существуют филиалы молодежного крыла «Жастар Рухы». Хотелось бы отметить успешное завершение клуба «Молодой политик». По итогу клуба «Молодой политик», который завершился в мае, у нас подготовлено 5 помощников депутата, 3 мобилографа, 2 людей, которых уже трудоустроены в определенные организации и компании, с которыми в ходе данного проекта мы сотрудничали. Осенью 2024 года мы планируем запустить молодежный маслихат, также из выходцев клуба «Молодой политик». Также, помимо этого, хотелось бы отметить, что молодежная кровь «Жастар-Уха» активно продвигает здоровый образ жизни, проводя при этом спортивные мероприятия. Кроме того, в регионе особое внимание уделяется формированию активной гражданской позиции против коррупции среди молодежи. В этом направлении выделяется молодежная антикоррупционная организация «Жас-Хран». В объединение по области вступило 250 ребят. Проводим различные брифинги, различные круглые столы, диалоговые площадки. Приглашаем молодежь к нам на круглые столы, то есть мы вместе обсуждаем, как бороться с коррупцией, выслушиваем молодежь с их точки зрения, как они считают, какие более актуальные меры по противодействию коррупции. Вообще на протяжении всей нашей работы мы сделали очень многое для того, чтобы предотвратить коррупцию. Мы молодежь 21 века против коррупции. Поддержкой молодежных организаций занимается областной молодежно-ресурсный центр. Также МРЦ реализует проекты и программы по различным направлениям на основе интересов и потребностей молодых людей, содействует их подготовке к трудоустройству и профориентации. Кроме того, уделяет особое внимание развитию волонтерской деятельности. По районам у нас насчитывается около 130 молодежных организаций. Также на местах, получается, молодежные ресурсные центры совместно отрабатывают мероприятия. Все работают по своим направлениям. Это спорт, танцы, волонтерство, медицина. Стоит отметить, что активная молодежь, волонтеры проявили себя во время паводков, помогая жителям и спасателям. Несмотря на юный возраст, они яркий пример ответственного гражданина. Кайырбек Тулегенов, Бауыржан Смагулов, Жүрсүн Умарзак, Жамбыл Балтаев, Кокше Акпарат.